Литл Ричард Рот 5 декабря 1932 года – американский певец, пианист и композитор, который стоял у истоков рок-н-ролла. Биография. Первые годы успеха Литл Ричард родился в многодетной негритянской семье в Мейконе. С детства он хорошо знал духовную музыку, и поэтому вполне естественно, что его самые ранние записи 1951-1953 год для RCA и Peacock, исполненные в стилях буги-вуги и ритм-энд-блюза, несли в себе звучание госпелс. На самого музыканта также большое влияние оказали Рой Браун и Билли Райт. Поворотным в судьбе Литл Ричарда стал его контракт с лейблом Specialty Records в 1955 году. В студии лейбла в Новом Орлеане Нергал записал песню «Татти Фратти», которая, по мнению продюсера, должна была перевернуть всю музыкальную индустрию. Песня развилась из импровизации. Литл Ричард добавил самый, пожалуй, известный в рок-н-ролле возглас «Вам-бам-ма Лума вам бэм бум» и написал ставший для него вскоре характерным текст, полный жаргона и для непривычного слушателя не имеющий никакого смысла. Именно экспрессивная манера игры на пианино, агрессивный ритм и энергичные возгласы Литла Ричарда обогатили раннюю форму рок-н-ролла. Сам Литл Ричард всегда был убежден, что именно он был, по его словам, архитектором рок-н-ролла, поэтому неоднократно называл и называет себя настоящим королем рок-н-ролла. Стоит отметить, что Литл Ричард использовал тех же сессионных музыкантов, что и Фэтс Домино. За синглом «Татти Фратти», вышедшим в ноябре 1955 года, один за другим последовали другие, все ставшие классикой рок-н-ролла: «Long Tall and Slowly», «Rip It Up», «Read It Eddie», «She's Got It», «The Girl Can't Help It», «Lucille», «Jenny», «Keep On Rockin'». Все эти песни были также мгновенно перепеты коллегами по жанру: Элвисом Пресли, Бадди Холли, Джерри Ли Льюисом, Джином Винсентом, а песня «Татти Фратти» стала хитом для эстрадного певца Пэта Буна. В те же годы музыкант снялся в двух музыкальных фильмах «Don't Knock the Rock» и «The Girl Can't Help It». В 1957 году вышел первый и самый коммерчески успешный альбом Литла Ричарда «Here's Little Richard», состоявший из последних хит-синглов и эмоциональных ритм-энд-блюзов. По такому же рецепту были составлены следующие альбомы 1958 и 1959 года. Годы проповедничества. В октябре 1957 года, находясь на гастролях в Австралии, Литл Ричард неожиданно для всех объявил, что прекращает свою рок-н-ролльную карьеру и отныне посвятит свою жизнь христианству. По возвращении в Америку его с трудом, несмотря на контракт с лейблом, удалось уговорить на запись нескольких новых песен. После того музыкант, теперь бывший, поступил в Оквудский колледж в Хансвилле, штат Алабама, по окончании которого стал священником церкви пятидесятников. Между тем, Specialty Records продолжала выпускать синглы и альбомы с песнями, обильно записанными в течение 28 месяцев работы Литла Ричарда для лейбла. Так, в 1958 году вышли синглы «Good Golly Miss Molly», «Уа», «Miss Aul», «Bobby Fass». Литл Ричард перестал выступать и в 1958-62 годах. Не записывал ничего, кроме церковных гимнов, получивших высокую оценку в среде исполнителей госпел «Возвращение к року». В 1962 году Литл Ричард вернулся к рок-н-роллу, решив принять приглашение выступить с гастролями в Европе. В Великобритании его разогревающей группой выступили еще неизвестные тогда The Beatles, очень любившие его манеру исполнения и познакомившиеся с ним еще в Гамбурге. На последующих гастролях в Великобритании в 1963 году его концерты открывали The Rolling Stones. Именно в это время начинается вторая жизнь американского рок-н-ролла, оживленного благодаря британскому року середины 60-х ГГ. Песни Литла Ричарда теперь равноправно соседствовали с оригинальными композициями молодых английских исполнителей. В 1964 году Литл Ричард вернулся на короткое время к Specialty Records, на котором записал новые рок-н-роллы «Бамма Ламы Бамма Лу», «Пур Бойпл» и «Анис Бек», который, несмотря на возвращение к формату рок-н-ролла, ожидаемого успеха не принесли. После этого Литл Ричард перешел на лейбл VJ Records, для которого перезаписал свои старые рок-н-роллы 50-х ГГ. Перезаписями своих песен для различных лейблов он продолжал заниматься всю вторую половину 1960-х ГГ. Запятая. Отчего весьма затруднительно определить, современные сборники Литла Ричарда, составлены ли они из оригинальных хитов на Specialty Records или поздних записей. Литл Ричард также записывал новый материал, сближавший его с аулом и рождающимся фанком. Несмотря
на то, что Little Richard перестал пользоваться коммерческим успехом, сравнимым с 1950-ми ГГ, он продолжал активно выступать и периодически записывать альбомы. В 1977 году певец вновь отошел от рок-музыки и на долгое время обратился к Богу. Последние годы в 1986 году на волне успеха книги о жизни Little Richard выходит его новый альбом «Lifetime Friend», сочетавший госпел с рок. В том же году певец одним из первых входит в зал славы рок-н-ролла. С тех пор музыкант стал часто появляться в эпизодических ролях кинофильмов, на сборных концертах, записываться дуэтами со многими исполнителями. Собственно, новый материал он записывать перестал, хотя до сих пор изредка дает концерты. При этом Little Richard продолжает проповедовать и исполнять обязанности священника, не раз венчая знаменитостей. В 2000 году о жизни Little Richard вышел художественный телефильм. Дискография.